Ой, какой-то немножко бардачок. Всем привет, всем скидло. Будет не очень громко, плюс звуки салюта. Потому что снимаю я прям сразу в новогоднюю ночь, еще не ложившись спать. И это подарок, который еще непростой. Сейчас уже немного открыл. Вот пакет. Блин, наверное, лучше, если я включу еще и лампу. Что ж, теперь тут еще светит. Упаковка хорошая. Еще такой вот пакет. Ну, возможно, мельком уже увидели. У нас вот такой вот страж. А если бы точнее, ладно, не буду прикалываться. Это вот такой вот Bionicle с AliExpress от какой-то китайской компании. Возможно, основано в какой-то игре, потому что остальные Bionicle с лицами, они прям, ну, с лицами прям персонажи. Но вы знаете уже, как я люблю маску стража. Те, кто сидят в ВК, еще знают, что я и самодельные делал. Я их покажу дальше в этом ролике. Ну а здесь эксклюзивная для Лего. Точнее, наоборот, не от Лего. Маска стража. Высыпали все детали. И, собственно, вот эта маска. Серая с оранжевым хвостом. Мне нравится. Так, ну давайте соберу. Что ж, ребят, вот такой вот у нас вышел страж. Сразу скажу, здесь есть дополнительный мозг. Голубой. Это очень круто. Ну и также один зубик, круглая деталь и крестовина. Что ж, вот, собственно, сам страж. Сейчас давайте, наверное, вот так вот сделаем. Вот. Ага, никак не выйдет. Ну, примерно так. Он довольно-таки такой массивный, именно по телосложению. Что скажу? Ну, оружие, конечно, интересное, но не то чтобы прям супер крутое. Что мне у него понравилось? Во-первых, это вот эта часть с этой деталью. Я ее в такой расцветке еще не видел, красной. Могу еще кое-что сказать, то что здесь она нарисована бордовой, но думаю, это не так уж и страшно.
Тут многие детали немножко других цветов. Также здесь у него мозг короткий, а здесь длинный. Но тоже не суть дела. Мне так посмешило то, что мы здесь, типа, добавьте вот эту деталь вместе с маской. Вот. Что мне также понравилось, это, во-первых, вот эти вот детали, которые, скорее всего, появились в «Звездных войнах». Вот, такие как штаны выглядят. Это прям круто. То есть, рил вот это вот закрыть как-нибудь. И вот смотрите, реально как штаны похожи. Конечно же, шаткие вот эти вот детали, они плохо вставляются в броню. Из-за этого часто выпадает, что еще? Сама его массивность, не знаю, идет она ему в плюс или нет, но в целом выглядит хорошо. Я кое-что заметил, ладно. Странное вот это вот решение сделать вот так вот сзади. Но в целом выглядит он неплохо. И то, о чем сейчас я сказал... У него правый глаз заделан. Здесь раньше это была просто маска, тут прямо у самой головы заделано. Это интересно, это я кое-где могу применить. К доктору своему, которого как раз уже в ВКонтакте показывал. Так что, что тогда придумаю. Ну и, конечно же, это классная маска. Ну и давайте покажу как раз свои кастомные маски теперь. А, нет, ну сначала давайте скажу о нем. В целом набор хороший, качество пластика, ну, хорошее за свои деньги. И в целом мне нравится то, что это, по сути, эксклюзив Китая. И вот я как раз и хочу, чтобы Китай был эксклюзивом. То есть я не хочу, чтобы они паразитировали чисто на Лего, потому что, ну, с этой стороны даже Лего справедливо их блокирует. Я хочу, вот Китай может это делать, он может делать эксклюзив на контенте Лего. Он может перекрашивать детали в свои цвета, как здесь. А, да, кстати, еще принты очень классные. Он может перекрашивать детали. Может новые какие-нибудь свои создавать или еще что-то подобного плана. Тем самым давай нам эксклюзив, и это будет иметь спрос. Это будет покупаться. Они этого делают, но меньше. Меньше, чем просто копирку Лего. Извините, что зевнул. Так, теперь пойдем к кастомным маскам. Думаю, вам это будет интересно. Начну с этой маски. Я ее купил у одного паренька. Она, по сути, простой страж земли, да? Ну, смотрите, у нее большую часть занимает именно прозрачная часть. И она как будто полностью желтая, как будто полностью прозрачная. С ней можно что-нибудь интересное придумать. Или тоже как-нибудь использовать, как клона там, или в такого плана. Вот еще раз вот так вот. То есть, ну, на свету она прям желтая-желтая. Что ж, следующая кастомная маска. Стражи почти всех расцветок есть, кроме розового. Поэтому я решил сделать розового стража. Как раз таки для будущего проекта, где есть ургородский змей и все вот эти вот ребята. То есть вот. Такая вот. Маска. Красиво беру метным маркером. В целом выглядит неплохо. Это, если что, раньше была золотая маска. Теперь она вот такая розовая. Дальше это маска. Забыл, как зовут этого бионикла. И то это именно аналоговая версия. Я ее просто вот покрасил золотой. Потому что, ну, есть Ультрон, есть некоторые связи. Из, ну, такого себе это вот просто черный Матануи. Не знаю, где его использовать, просто все покрасить. Дальше у нас есть, тоже пока не знаю, как выстроить персонажа. Возможно, вот эти красные детали мне здесь пригодятся, возможно, нет. Какой-то красный кровавый паук.
Нужно просто какой-нибудь тотем-символ использовать. Вот такой вот покрас маски черепа. У зараженного бионикла. Зараженный он, потому что у него, видите... Ну давай, пожалуйста. Мозг тоже черный. То есть эту деталь я тоже покрасил. У него зараженный мозг. И поэтому у него еще и... Ну, ничего не светится на свету, потому что она полностью черная. Также я покрасил золотой эту маску, такую же маску. Все потому, что оригинальная золотая такая маска стоит 1000 на Авито у челика. Это самый дешевый вариант. И это уже, ну, такой себе, на самом деле, вариант. Ну, я вот покрасил. В целом выглядит очень классно. Мне прям нравится. Дальше. Самое последнее, которое я красил, это вот такой вот у Небула маска его. Но белая и, точнее, покрытая за маской. Тут уже не маркер. Потому что есть у меня идея сделать инь-янь персонажей. Ну и самая крутая маска, которую я кастомил и делал, это темная маска мироздания. Так вот она выглядит. Да, внутри-то вот она вся позолоченная и как-то так. Ой, да, последняя. А, конечно, совсем забыл. Еще вот такая черная маска черепа. Я делал и просто, ну, быстро нафигачил тело, чтобы было. Вот. Но это не только она, еще черная голова. Почему Лего не сделали черную голову, я не знаю. Выглядит очень круто, особенно в сочетании с маской. Делаем эксклюзив, пока Лего не хотят. Все это вы давно могли хорошо рассмотреть у меня ВКонтакте, поэтому подписывайтесь. Также подписывайтесь в Телеграм и на группу ВКонтакте. Вот, а с вами был Скетла, это был обзор на данного стража, который, наверное, пока что таким и побудет, пока я не начну разбирать последнюю звезду. А это будет не скоро, потому что ее нужно доснять. Что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео, ждите сериал. Любите жизнь.